ребята, сегодня у нас в зале Эдмонд, поэтому я не могу не представить вам поэта, который хочет прочитать стихи. И я хочу, чтобы Эдмонд вышел на сцену. Пожалуйста, Эдмонд, прочитай стихи, а мы с большим удовольствием послушаем твое творчество. Это твое. Я хотел Лене подарить, то подарить тебе. Спасибо, спасибо, Эдмонд. Спасибо. А ты? На расстоянии, да. Я увижу. Да. Я и так прочитаю. Да, хорошо. Нет, а будь слышно, вот так, на расстоянии. Все. Вот хочется, Саш, у меня вот был недавно юбилей, был в клубе. Я вот, что тебя не было. Меня не было, потому что я не был. Он на гастролях был, извини, пожалуйста. Да нет, все было нормально, там все хорошо прошло. Сестра Михаила Круга была, все ажурно прошло. Вот я хочу прочитать стихотворение, которое называется «Ноты греющие бис». Сыграй-ка на вартис, да, Одри, ну честно, пускай звучит твой диск. И в зале будет тесно, ты много лет служил, с тобой шагала песня, всем музыку дарил, и было интересно. Ты славой не сорил и жил по зову сердца, ты пел, когда хотел, порой бросая с детства. Сыграй, как нам артист, твое на сцене место, пусть ноты греют бис, а в зале будет тесно. На самом деле приятно, да? Люди приезжают, читают стихи, пишут песни.